Так, где доска? Егор, верни доску. Всем привет, друзья. Без лишних прелюдий, через минутку мы уже стартуем. Вторник, наш любимый. Хотел я похвастаться в прошлый раз своим супер рейтингом, но в прошлый раз вторник отменили, и сегодня у нас рейтинг обыкновенный. Куда пропал Перуджа, почему его в бег не позвали? Ну, Перуджа, кстати, пропал куда-то действительно, и ходят слухи, что он ушел в мир большой моды. И я думаю, что это, конечно, полная ерунда, но мне такой слух, по крайней мере, нравится. Дамир, привет, Камиль, привет, Юля, привет, Дмитрий, привет. Турнир зашли, да, турнир зашли, так что все будет хорошо. У нас состав, как обычно, в общем, даже перечислять всех не буду. Хикару, Дубов, ГМВ, Слесо, Андрейкин, Дуда и так далее. Сергей, привет. Георгий, привет. Да. Андрей тоже привет. У нас рейтинг 972. У меня было 3000 рейтинг в прошлом стриме. Так, ну, начинаем с индонезийцев, как обычно. Начало, конечно, подозрительное. Иван, привет. Буду в топ-10 или в топ-100? В топ-10 я еще... В топ-10 не факт, в топ-100 должен быть. Юрий, привет. Так, играем английское начало, АБЦ. Надеюсь, у нас сегодня в чате. Ну, индийская защита или даже что это, не знаю. Как это обозвать? Ну, это, кстати, уже международный мастер. В первом же туре. Уже опасно. Топ-1. Ну, я, кстати, вот на прошлой неделе чувствовал, что я начал разрывать. У меня рейтинг, я рекордный рейтинг набил 3-0. Что-то 36, по-моему, что-то такое. Илон Маск, привет, да. Так, здесь есть D4, есть ладья 1, такой хитрый ход. Найк Мастер, привет, рад видеть. Да, попробуем здесь. Ну, обычно у нас на вторниках цель не потерять, не вылететь из 2900. До 3000 вряд ли, конечно, добьем, но... Хотел я вот реально первый раз в жизни похвастаться. Похвастаться своим мега рейтингом, но не получается. Не получилось. Так, ферзь c7 есть такой ход. По-моему, здесь я просто на e3 хожу и ладья c1, там эту пешку жертвую, типа у меня компенсация делает. Ладно, пока защитил, он не стал выбирать. Но я пойду g4 потом, пока он тут сами этими делами занимается. g4, g5. А чем, блин, с тачпада играю, когда у меня мышка есть, я специально ее настроил. Так, а видимо в этом идея была, что он h5 ходит, не делая рокировку. Это, кстати, опасный ход. Кстати, опасный ход. Я его не видел, конечно. Надо было дождаться, пока он рокируется, потом уже 4. Может, конь f5 это вообще ему запулить? Или рановато, пока не будем выпендриваться. d5, ферзь h2 где-то залетит. Что делать? Очень неприятно. Прямо очень неприятно. Надо было мне, конечно, разыграться немножко для начала. Знаете, жаши. Ладно, пойду жертву. Нет, 3000 я даже не на дубовый набрал. Но тоже на первый раз я набил 3000 на рубике, как обычно. Ну ладно, умирать так с музыкой, F4 полетели. В первом туре всегда проблемы, да, надо разыгрываться. Особенно, когда соперник так быстро играет, довольно напряжно. Но я причем даже фамилию его знаю. То есть, мне кажется, то ли я не первый раз с ним играю, то ли я, может, даже вживую где-то с ним играл. Так, ладно, пока укрепились, правда, я под конь h5 где-то встал, может быть, зря. Может, e5, может, f5, посмотрим. Может, конь d5, что-то мне хочется пожертвовать. Пока у меня игривое настроение, пока. Особенно, когда соперник индонезиец, да. Абсолютно согласен. Так, он король g7, ладья h8, видимо, хочет, но я пока h2 прикрыл, давайте какой-нибудь общий укрепляющий ход, типа ферзь e2 здесь. Ладью подведу на d1, дальше будем смотреть обстоятельства. Может быть, конь f3 вообще. Конь f3 мне нравится ход. Еще раз прикрыл на всякий случай. Я думаю, что конь g5 прыгнул. Что там конь g5, правда, делает? Ну, в общем, от защиты явно я играю пока. Но нам не привыкать. e4 защитили. Я это b4 сейчас выкурю. Выкурю пацана. Так, стульчик мне надо будет, конечно, поменять, наверное, но посмотрим. Точнее, даже не стул, я не знаю, как это назвать. В общем, первый, наверное, у меня акклиматизационный вторник в истории. Вчера я 24 часа в дороге был. Так что это у меня отмаза, если что, вдруг не так пойдет. Так, у меня h5 хочет пойти.
КБ4 отогнал. Цепятку, конечно, 5 у меня защиты нету, да? Ну, это не смертельно, конечно, но не очень приятно. Давайте ладья дадим пока сюда. Поддавим. И ушел пока. Быстро и плотно. А угадайте, где я? Я говорил, вот кто внимательно мой прошлый вторник смотрел, я говорил, куда я собираюсь. Я все говорил. Так, d5 где-то, на b4 висит. На вроде вообще b2, кстати, может, идейка будет на короля напасть. Данези. Ну, я, кстати, близко, близко. Так, пока ферзь d2, может, сюда нападу. e5 сидит и погораживает. У него ладьи опасно смотрятся, но ни на что не нападают. И по времени, кстати, я начал как-то крутиться. А он начал, наоборот, подтормаживать. Это хорошо. Так, может, c5, может, конь шах. Потом конь f6, конь g4. На что бы напасть в этой жизни? К3, профилактика. Нет, не в Питере, не. Да, я в Таиланде. Слон а8. Так, а че, e5 я не могу пойти? Смотрится дико опасно, вот честно скажу. Прям дико опасно. Ну ладно, попробуем. Ну, кстати, очень похоже начиная. Очень похоже начиная здесь по первому впечатлению. Ну, пока я здесь на месяцок, наверное, там посмотрим. Так, ферзь b7, ладья h1 какой-то грозит, что ли? Что грозит? Пока так. Огромную змею видно, да? Это у меня уже фобии тут сформировались. Я еще не успел приехать, уже фобии есть. Пока на Пхукете. Так, ну может ферзем побить, тогда никаких матов, по крайней мере, не будет, мне точно. Плюс где-то ферзь e3. Ну это, по крайней мере, так стабильно довольно выглядит. Может быть, не очень впечатляюще, но конь d6 пока. Может быть, даже еды. Ладья побила. По времени очень флаг будем сейчас рубить. Так. Конь f7 пока нет. Ну, давайте опачку. Ладья d2, ладья d1. Так вот. Мне нравится, как я время контролирую. Я вроде сначала отставал, а сейчас прям пошел в атаку. Слон d5 я, правда, зевнул. Сам себя не похвалишь, как обычно. Слон g5 я зевнул, откровенно говоря. Давайте что, обратно, что ли? Какой же он плотный, блин. Еще не зевать ничего. Зевни уже, что-нибудь пора, братан. А, на b6, кстати, пешку где-то зевает. Если я съел, что будет? Ладно, не могу, надо отдать уже это. И поле f5. Получить. d5. Шах неприятный. Точнее, не шах, слон b6. А вот этот шах уже точно неприятный. Красиво. Сил. Нормально. Так, плюс один пункт. 963. Ну, в общем, опасно было. Дебют я разыграл, конечно, не лучшим образом. Ежа не изучал особо. Но я думаю, что это без моих комментов понятно, в принципе. Этот ноги лучше сыграл соперника. Лучше сыграл. Так, давайте посмотрим. Значит, у нас таблицу видно, не видно? Таблицу видно, отлично. Таблицу видно. Где моя водичка? Ну что, рассказывайте, как у вас дела, ребята? Да, Таша правильно говорит. Не забываем ставить лайки. Хотя нам уже важнее подписки, а не лайки. Так что, кто не подписался,
Тот лох. А какое количество зевков во вторник обычно у тебя норма по этой статистике чутком? Ой, я не смотрел. Ну, куча зевков. Куча зевков всегда и везде. Не во вторнике, не во вторнике и везде. В чем проблема контролировать время, если делать простые и сильные? Согласен. Проблем никаких нет. Дела отлично, супер. В Казахстан пока не собираюсь. Мне, кстати, понравилось в комментах там один чел, когда я жил в Казахстане. Он такой: «Шима, я за тебя болею, ты теперь представляешь Казахстан, ты вообще лучший». Как только я оттуда уехал, он сразу начал меня поливать. Смотрел ли Australian Open, если да, то как вам? Ну, в этом году какой-то он скучный был с той точки зрения, что ну слишком очевидная доминация была от Новака, так что смотрел, но так, в полглаза. Цунами не боишься? Я, кстати, впервые в жизни видел табличку сегодня. Осторожно, возможно, цунами. Так что, ну, все равно не боюсь. Боюсь я других вещей здесь. Новый турнир, да, будем обозревать в Дюссельдорфе как век. Так, это кто такой? От Бенина 64. Я причем опять белыми почему-то. Как-то почему я два раза подряд белыми? Ладно, Е4. Е4. Так, ну давайте Паша, ну вот эту стоянку дурацкую. Я не уверен, что она мне нравится, вот честно скажу. Ну, надо практиковать. Заодно покажу народу, как опровергаем любую социальную, причем неважно какую. Что у меня за тур по всему миру? Ну, мне, если серьезно, мне нигде не нравится, поэтому я езжу туда-сюда. Ищу, где мне понравится. Так. Да, ну шутки про трансов, естественно, мы их не могли избежать, это понятно. Владимир, но это не гамбит Мора, я же пешку не отдаю, я забираю обратно. Это новая система Стельмашенко, я думаю, что она войдет в Мору скоро, как обычно, все Пашины дебюты. Не сразу до всех доходят. Ну, Паша здесь как раз, да, сейчас сенсей научит, как правильно здесь расставляться. Таша, ну, Португалия, да, кстати, как вариант, может быть. Так, здесь чем бьем? Паша, чем бьем? Ферзем бьем. В чем поинт схемы? В том, что очень простая игра у белых. Вот мы так расставляемся, и вроде слабости нету. Сейчас он, наверное, на b5 заберет. Два слона у нас где-то на e7, может, слабая. Где-то h4, h5, h6, пешка Грищука идет. А ему что делать? Ну, вроде как, с одной стороны, типа простая игра, а с другой, в какой-то момент ходы, очевидно, и кончаются. Ну и важно очень, что первые, условно, один из ходов до слон g5 мы делаем автоматом там практически, чтобы черные не делали. Оранж, ну ты уже пошутил один раз. Я знал, что такие шутки тоже будут, так что я к ним готов. Илья, ну вот я только что из Анталии, мне там вообще не понравилось. Вот вообще не понравилось. Так. По-моему, Паша обычно эту ладью на d1 ставит, если я ничего не буду. Хотя здесь можно и на f6 забрать. Там слон шла, я туда не пойду. Так, ну поехали, h4, как учили. Будут ли совместные обзоры с другими блогерами, Макарыча, например? Ну, кстати, мне было, наверное, было интересно, но при этом, ну, у него все-таки совсем другой формат, прям очень-очень серьезный. А у нас ребята некоторые жаловались, что, мол, я слишком поверхностно обозреваю, но это такой формат, я тут практически ничего не могу с этим поделать. Так, съел. Что-то мне не нравится, что он делает. На e4 я понимаю, что висит, но я должен как-то это защитить, по идее. Ну, f3 не хочется совсем. Конь b6, на e4, ладно, съел пока. f3, f5, ферзь d3, ферзь c5. Приятно. Что делать? Давайте так, может, сыграем. Предлагали на канале обучение шахматам эту схему. А я думал, это новинка от Паши, а он, оказывается, схемы из канала обучения шахматам. Какой плюс по финансам вышел по итогу чемпионата мира? Ни в какой. Ну, может, там, не знаю, баксов 300 максимум.
Так, ладно, надо сосредоточиться. Мне не нравится, как меня иранский спортсмен прессует. Но в идеале, если же 3 пойду, ладья d2, ладья d1, вот это слабое буду атаковать. Если он на 4 забирает, я забираю на b7. Ну, по крайней мере, дисбаланс. Я не думаю, что у меня лучше совершенно. Так не думаю. А он еще и сильный ход находит какой-то. Паша, что ты мне посоветовал, блин? Какой-то мат. h5 пока пойду. Или g3. Или h5. Ладья h5. На ферзь b2 вроде ладья b1 есть, и там, по крайней мере, хотел сказать, не хуже, но ферзь e2 хуже. Ладно, времени надо давить. Да, жаль, есть такой ход, но тут я думаю, я пешку отдам пока. Ой, ферзь f1, мат, и ладья e1. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное, ферзь f1 не зевнуть. Но я это заметил еще до того, как в чате сказали, так что я не читерил в этот раз. Но было опасно. Было опасно. Так, ладья d6, кстати, где-то грозит. А, или снова ферзь f1, блин, ладья d6 не грозит. Значит, надо g3 сначала пойти, что ли? Какой ход мне вообще делать? А4, может, ферзя отвлечь. О, ладья d3, наверное, можно пойти. Не зевая, потом ладья d1 хочу. Правда, сам может ладья e1 сыграть. Что-то у меня и пешки нет, и зато позиция хуже. Но времени больше. Так, ферзь e5, ферзь e5, это куда? Ферзь e5, это куда? О, пока сюда, это же вроде не мат. Магнус, по-моему, сегодня не играет. Зевнул этот ход совершенно. Пока не проснулся, ребята, честно скажу. Ладно, выбора у меня нету. Одно поле. Походу проигрываем. Ладно, ничейку бы сделать, сейчас не ошибка. А может и флаг подрубить? Кто его знает? Сейчас ладья h4, кстати, ладья h7, там еще где-то так. Если ладья d6, ладья g3, шах. Сильно играет, блин. Так, а если я забрал, правда? Ладья g2, ферзь g2, шах. Так, а здесь, допустим, h7, у нас 7, ладья g2 уже. Кстати, ферзь g3, может, выигранный пешечник. Или не выигранный, как хрен его знает. Как посчитать-то это в этой жизни? Не знаю. А, по чуйке давайте пойдем. Или проигранный вообще, блин, что за пешечник? Вот он. Мастер эндшпиль, это ребята, где? Ха-ха, как я посчитал. Посчитал все грамотно. Так, игрой я, конечно, своей не очень доволен, прямо скажем, но... A win is a win, как они говорят. На опыте, да. Кстати, пешеный, давайте посмотрим, выигранный, не выигранный, мне интересно. Плюс один, плюс два, значит, выигранный, видимо. Окей. Окей, окей. Ноль зевков. Кстати, да, реально, ноль зевков. Ноль зевков, две ошибки, все, нормально. Можно.
Можно было А6 счет, чтобы король мешался. Но это, кстати, даже так потехничнее, наверное, было. Ну, пофиг. Так, смотрим, что у нас за лидеры. Ладно, пока. Давайте мы партию включим, поболтаем. Давайте посмотрим. Антон Давид играет. О, Гранделиус. Нет, Гранделиус уже не играет. Кто у нас играет? Феникс Кинг играет. Возможно, а возможно и нет. 530 человек. Это не рекорд ли случайно? Почему, кстати, прошлый вторник отменили? Потому что у них проблемы с серверами. У Chess.com, крупнейшей шахматной компании мира, проблемы с серверами. Они не выдерживают просто наплыва, нового наплыва людей. Какая-то жесть. Давид, Антон, Эмили Чес. О, ну здесь черная играет на победу, это надолго. Так что эту партию мы оставим. И криворуки. Ну, кстати, вот до этого бум был из-за хода королевы. Потом бум был из-за пандемии. Тогда я уже не помню, в каком порядке. А вот этот бум-то с чем он связан? Они его не ожидали и непонятно. Вот откуда наплыв? Мерин спрашивает. Хода королева 2 не выходил еще. Кстати, сегодня в Твиттере это Аня Тейлор Джой написала ход королевы 2. Потом тут же удалила и сказала, что ее взломали. Я не знаю, это так или нет, но... А что, белый флаг повесили? Да не факт. Бум Нимана? Ну, бум Нимана был в сентябре. Сейчас-то откуда? Вот у них именно с декабря поперло. Бум именно не помнящий, нет, не помнящий, думаю, здесь ни при чем. Курс доллара к бату, Google в помощь, не знаю. Я сегодня первый день еще, пожрать только сходил уже, вот осьминога поел. Про переход Шевченко в Румынию слышал, да, у них где-то топ-10 команда сейчас будет примерно. Так, ну что, кто играет-то? Или опять часком завис? У меня даже партии не открывает. Ладно, ждем. Бум братьев Тейт. Но вот это, кстати, может быть, да, может быть. Хотя у нас, я так понимаю, о нем даже никто не слышал, полка. Второго брата я, правда, тоже о нем не слышал. И немногие знают, что отец этих братьев, он был сильным мастером, там, в районе 2500. Побережье поселился. Но я пока не поселился, я пока... Так, заехал на 3-4 дня, дальше сейчас буду плясать. Отсюда уже смотреть, куда ехать дальше. То есть я здесь останусь, но я не в этой гостинице точно. Побережье вроде рядом, да. Имя, фамилия, привет, спасибо. Скоро же матч за чемпионство, ну что? Магнус не играет. У меня вот большой интерес будет на то, как они. Так, партии не начались, ребята? Что происходит-то? Почему партии не начинаются? Кто-то может проверить? Можно ли громко говорить? Ну, кстати, сейчас узнаем, пока никто не стучал. А, часком упал? Ну, понятно. Вот и подстримили, пожалуй. Упал. И что мы будем делать? Ладно, пока ждем. Пока ждем, что происходит. Что-нибудь делать. Скоро Pro Liga стартует уже через несколько дней. Потом у них, я так понимаю, они на Чизкоме будут играть тур Магнуса. Кстати, 3 числа, ребята, играем отбор в турнир Магнуса. Там новая система. Новая система. Они всего 2 человека приглашают, а остальные отбираются. Остальные отбираются, и я тоже попробую отобраться. Попробую. Жигалка тоже тишина. У Сережки тишина, такого не бывает, по-моему. Какой следующий офлайн у Шимы? Ну вот меня спрашивал колледж, они говорят, поехали на Европу, поехали на Европу. Ну, что-то мне неохота на Европу ехать. Во-первых, сам по себе турнир вообще не интересный. Он интересный только с точки зрения отобраться в Кубок мира. А потом я подумал, ну отберу себя в Кубок мира. Для контента, конечно, неплохо, но там надо готовиться, блин, месяцок где-то, а потом вылетишь все равно в первом-втором круге.
и довольно больно будет. Когда объявят состав на прочесть лигу, ну, насколько я в курсе, такой секрет вынул сегодня где-то у нас как это, не превью, как это назвать даже. В общем, представление игроков где-то и Илья должен записать сегодня-завтра, так что скоро будет. Так, обновить ЧСКОМ, что ли? Окей, обновляю ЧСКОМ. Не говоришь, что у меня партия началась уже? Так, ну пока ничего. Суперфинал чемпионата России. Ну вот один раз хотелось бы мне сыграть, наверное, конечно. Но, во-первых, не сейчас уже точно. А во-вторых, типа, высших лиг я уже наигрался, поэтому без особого успеха. Четвертая страна по численности населения начала играть в шахматы. Возможно, там в школах или урок, вот и бум. Это четвертая страна, это кто? Индонезия какая-нибудь? Что мы себя недооценим? Не, ну, скорее всего, просто если я отберусь даже. Я думаю, что на Европе у меня, кстати, нормальные шансы отобраться. Там 23 человека выходит. Но даже если я отберусь, то во втором круге я уже там на 2750 полечу. Если не в первом, кстати, с моим рейтингом. Так что я думаю, что я реалистично свои шансы оцениваю. Стефан лагает Личес. У всех лагает Ческом, а у Стефана Личес тоже лагает. Следите за Челябинском? Нет, вообще не в курсе. Я знаю, что там какой-то турнир идет. Кто играет, не знаю даже. Ни разу таблицу не открывал. А, моделька это разрывает. Вот тогда надо. Тогда надо посмотреть будет, конечно. Так, отвисает потихоньку. Иван, пока 2 из 2 и ческом завис. Хотел бы сыграть звезды, скорее. Нет, не хотел бы. Не хотел бы. На Кубке мира призы хорошие. Призы неплохие, да. Призы там неплохие. Но для этого надо поехать сейчас в Сербию в начале марта. Отыграть там 10 дней. Я очень хочу, кстати, ребята. Вот у меня два желания. Офлайн кто-то спрашивает. Про офлайн. Хочу поехать, может быть, в Рейкьявик в начале апреля. Но я уже говорил об этом, блин, дорого. И в октябре будет супер турнир какой-то, супер швейцарка в Катаре. Вот туда тоже хочу поехать. Но это в октябре, правда, только. Так, что произошло? Какой-то звук. Последний тур Виканзе у Алмаса Рахматулаева. С Кимом было 3500 просмотров. Есть куда стремиться, Александр. Есть куда стремиться, согласен. Я видел даже, меня выплывали ребята, молодцы. Но я так понимаю, там весь Узбекистан болел плюс-минус за Абдусаттарова. Так что я думаю, с этим связано в первую очередь. Но они молодцы. В Рейкьявике тоже швейцарка. Ну, может, не такая крупная, как в Катаре. Но я просто всегда хотел съездить. Записать лайв с могилы Фишера, может быть, и так далее. Отборочную швейцарку. Она будет, да? Но там надо будет ресурс подключать, чтобы Илья меня как-то там это по-братски. По-братски подключил. Потому что у меня рейтинг 580, но это смешно, меня туда никто не пустит. F5, так, давайте F5. Нет, пока ничего. Я вообще, кстати, думал, я про Илья это еще не говорил, ему не надо рассказывать. Может быть, он как-нибудь меня в бейка запустит. А что там такие фиши играют, я бы там поборолся вполне. Но, правда, я не из правильной страны, видимо, поэтому в любом случае вряд ли. Алекс, спасибо. Да, кстати, сегодня у моей мамы день рождения, ребята, так что можете лайк поставить. Ей будет приятно. А у меня днюха в мае. Что думаешь насчет Надирбека? Сможет в топах удержаться? Да, конечно, сможет. Он уже топ. Просто уже топ. Я считаю. То есть о нем говорить как о будущем топчике, это неправильно, мне кажется. Так, интересно, если можно было... Да, спасибо всем за поздравления. Интересно, если можно было бы отправиться в прошлое зеленым чипом, который сообщает лучшие ходы Стокфиша. Что вы говорили об игре такого
игрока Гросса 60-70-х. Да, кстати, читеров же не было, так что забавный вопрос. Я, кстати, думал о том, вот, допустим, я отправляюсь там в 60-70-е, и я не могу, как в «Назад в будущее», допустим, ставить там на спортивные события. Вот у меня есть знания, которые у меня есть сейчас. Спортивных событий я там в любом случае не знаю, что там в 70-х годах происходило. Поэтому вот смог бы ли я там преуспеть? И вот такой же вопрос чатику. Что бы вы делали в таком случае? Чем бы занимались? А что, поражение могут дать? Пошли в жопу эти чизкомовцы. Какое поражение? Они уже начали, что ли? Борис, ну я прибавил тут дофига, но я обратно спустил. У меня было 3.036, по-моему. Я в какой-то момент там в топ-25 уже входил. Меня бы быстро грохнули. Почему? Нет, я имел в виду 960-е. Можно и 860-е. Какая разница? В принципе, вопрос такой философский. Там конкретная дата не так важна. Не, ну вот нельзя скупать акции Apple и Microsoft. Вот это все слишком очевидно. С никакими финансовыми и спортивными делами заниматься нельзя. Начали? Ну, везде начали, блин, а у меня не начали ни хера. И что мне делать? Ну, у нас zero points buy. Спасибо. Потому что я был офлайн, когда тур начался. О, видите? You were detected as offline when the current, блядь, zero points buy. Как на них играть, это непонятно. VPN может. Так у меня интернет нормальный совершенно. Это чиском сраный. Я же из этого не вылетел никак. Ну ладно, давайте посмотрим, как Нака. Вот Нака почему-то играет, блин. А почему я не играю? Кто-то не может объяснить? Нет, вторник не закончился, у нас просто zero point buy. То есть мы типа пропустили тур уже, но жеребёвки мы остались. Ну ладно, мы и тур пропускали, в принципе, так что, наверное, ничего страшного. Давайте я пока попробую себе. То есть не то, что ничего страшного, это неприятно, мягко говоря. Но я пока попробую себе стул заменить. Такой пластиковый, знаете, пляжный стул. Сейчас проверим. Ну и духота она, блядь. Вот, оцените. Кайф. А чё он такой грязный-то? Привет, люди. Не, чё-то ладно, это... Маловато. Низковато. Окей. Почему у меня аватарки нет? Я не знаю, кого поставить. Хочешь, я даже на аватарку поставлю. 3 февраля отбор буду стримить, да. Но я надеюсь, Чизком к тому моменту-то наладит хоть свои дела. Какой рейтинг у Ильи Левитова, я не знаю. А, конечно, хочу. Да, ну давай, Таш, пришли какую-нибудь фотку, мы тебя поставим. Какой у меня счет с Весли Со? В классику я один раз с ним в 2008 году играл, в Рапид. Вживую один раз тоже проиграл. А, в классику я тоже проиграл, для тех, кто не понял. И в Рапид в онлайне один раз мы в ничью сыграли, но он безнадежный, у меня безнадежная позиция была, он ничего предложил, потому что там команда его выигрывала, как раз в прочей слюге. Отбор у нас будет вот тур. Как турнир официально называется? Кто-то не может сказать? Chess.com Championship или как он называется? Сережки тоже отняли очко. Сережка. Мы с ним в одной лодке.
Рейтинг не снял, кстати, хороший вопрос. Нет, меня не пустили, меня просто жеребёвку не включили, поэтому рейтинг не сняли, я думаю. Какая сложность ческому купить доп. Мощности? Они же не в гараже сервера держат. Да, но я так понимаю, там, во-первых, наплыв просто невероятный. Там под 200, под 30 миллионов партий в день играется на ческоме. Это раз. Во-вторых, я так понимаю, купить-то не проблема, и проблема как-то и имплементировать, что ли. Я не знаю, но такие у нас программисты. Скажите, в чем там проблема у ческома? Играл ли я со Свидлером? Ну, вживую один раз ничью мы сыграли. Причем я там так не очень красиво ничейку в дебюте заслал. А блицы всякие там... У меня даже неплохой результат с ним. Не проблема, это тупо бабло. Ну, Вертекс, если ты программист, я тебе верю. Но я думаю, что им абсолютно невыгодно бабло здесь зажимать на сервера. Потому что они теряют кучу народу на этом. Архитектура, которая плохо масштабируется. Но вот это больше похоже на правду. Они даже какое-то заявление выпустили на этот счет, что, мол, мы пытаемся, мы все понимаем, сорян. Уже долго довольно идет. Они сказали, вот последний на Твиттере я читал, что где-то через... В начале следующей недели они подключатся. Уже нормально сделают. Но это еще неделя. А вот этот турнир Магнуса, он начинается уже 3 числа. Сегодня двойные призы. А, кстати, сегодня двойные призы, блин. У меня очка просто лишили. Я только хотел 2000 забрать в какой-то веке. Напиши в чат, пожалуйста, сайт по прогнозам на шахматы. А я не знаю такого сайта. Каким результатом гордишься больше всего? Хороший вопрос. Я даже не знаю, мне нечем особо гордиться, если честно. Если совсем откровенно. Ну вот блиц я нормально сыграл, но я не знаю, больше всего этим горжусь. Не больше, вряд ли все-таки больше всего. Высыпаюсь ли я? Ну, сегодня я поспал днем, так что более-менее себя чувствую. Но вообще в последнее время так с этим проблемки. Потому что эти обзоры приходилось, наши любимые. Кстати, как вам обзоры вообще? Зашли, не зашли? Только без выключи. Как это чело там все время пишет в комментах? Выключи движок, ублюдок, мерзавец, ненавижу. Обзор не очень. Грегори, что не очень? Блин, ногу я выставил, наверное, некрасиво. Только нормальную критику такую. Хорошо, но стримы лучше, обзоры норм, классный, топ, окей. Зашло, ну, это хорошо, это хорошо. Как-то тихо ты в них говорил, опять соседу спать мешал. Может, у меня уже привычка такая сформировалась, я не знаю, но я вроде старался нормально говорить. Обзоры норм, только поздновато выходили, да, согласен с этой претензией. Стримы лучше, Паша говорит, согласен. Вот титульник с Пашей. А Паши нету титула, давайте, ребята, ему сделаем титул. Какой, хотя бы кандидат мастера его сделаем. Он надоел уже. Столько турниров пропускает. Профанация. Давно уже простое горизонтальное масштабирование работает для... А, ну это, видимо, не про мои уровни все-таки, а про ческом. Так, ладно, Хикару выиграл. Давайте посмотрим. Духлес. Духлес проиграл. Духлес проиграл. Какому-то баяну непонятному. Так, а Сарана борется с... Это Баку, Баки, это Бакро. Этьен Бакро. Грегори, ну 7 часов, да, тяжеловато. Тяжеловато. Гроссмейстер арены. Кстати, а гроссмейстер арены может играть в титульнике? Да, но что касается спойлеров, это надо как-то обдумать. Да, меня самого немножко это в конце, в последнем обзоре так немножко раздражило.
Обзоры топ. Может, в следующий раз делать их в виде трансляции сначала, чтобы кто-то горячее смотрел сразу, остальные уже итоговую версию с вставками. Но это такая двойная работа получается. То есть можно теоретически делать, я думаю, допустим, тур приблизительно в 9 заканчивается, мы там на 9.30 ставим трансляцию. Так тоже можно делать. Владимир, я не знаю, может там какой-то скрытый шаг был, но я не смотрел. Пешкач сыграл ничью с рэп-войска. Неплохой ник. Неплохой ник. О, классная позиция. Шувалов. Видимо, какая-то ничья. Какой мой любимый контроль? Ну, а, да, все, ничья. Я думал всегда, что у меня... Не то, что любимый, но в рапид у меня лучше всего получается. Но, видимо, это уже не так. О, смотрите, сычел тоже дисконнектнулся. Такую вот позицию получил. Так, все, давайте без грязи хотя бы. Включите меня в этот тур. А так, наверное... Ну, блиц я люблю, да, блиц люблю. Лет с нуля, возможно, до кандидата мастера доиграться. Ну, вот хотя бы вопрос такой реалистичный. Потому что обычно говорят с нуля до гроссмейстера, но до кандидата мастера, я думаю, вполне можно, да. Надо написать коллективное письмо или чест. Так, ребята, слушаем внимательно, чтобы LM выдали. А что такое LM? Почему я не играю? Потому что ческом мне не дает играть мою любимую игру. Ну все, я не знаю, что делать. У меня опять ноль, судя по всему. Или нет? Следующий тур начался? Так, ну вроде не начался, ладно, пока не понимаю. Короче, нужно коллективное письмо на личесе написать. Ну, личес... А, тогда Паша сможет какие-то арены катать хотя бы. Пока не началось. Окей, ладно, держимся. Какая моя любимая игра? Великая игра в Амаху. Моя любимая игра. Так интернет тут ни при чем, поле дизайнер. У меня интернет, на удивление, тьфу-тьфу-тьфу, шикарный. Это все часком. Дайте почитать, что они в Твиттере пишут сейчас. Так, ческом, ческом, ческом. А они, у них анонс, что Pro Chess Лига теперь не 110 тысяч призовой фонд, а 150 тысяч. Ну, кстати, я это не возражаю, но где инфа-то про вторник? Давайте почитаем пока про Pro Лигу, пока включилось ни хрена. Так, а что такое LM, как это называется? Ли Chess Master, что ли, или что это такое? Так, мы happy, анонс Pro Chess Лига, окей. Возвращение, окей. И чё, так это уже было? Я думал, составы появились. Там в одной команде играют Накамура, Федосеев, какой-то Ликванг, там вообще козерская команда. Но у нас не сильно хуже. Так, Black One on Time. То есть вот это последняя партия, по идее. О, играем. Килда Пётр. У нас третья партия белыми опять. Да, Нака и Федосеев в одной команде. Так, цепять, 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 цепять. Ну ладно, сам напросился. Тонкий переход у нас в социалядочку нашу.
Так, а вот здесь, по-моему, слон f4 надо пойти. Вот если он g6 ходит, тогда мы слон на g5 ставим. А здесь мы начинаем сразу по черным полям давить. Так, и тут, по-моему, рокировка. Где инфу по командам посмотреть? Пока только одну, они одну команду анонсировали, по большому счету. Конь e2. Так что я сам жду, пока они объявят. Но Магнус точно играет за кого-то. Скорее всего, за норвежскую команду. У нас мы скоро объявим. А3, может, король b1. Давайте проверим, куда слон пойдет. Сколько же тут поляков, да. На личесе я вообще ни разу в жизни с поляком не играл. Здесь только строго одни индонезийцы. Дубово завлечен? Может быть, может быть. Публика я сам пока не понял. Но по идее он должен был быть, но там надо было какую-то анкету заполнить. И, по-моему, он ничего не заполнил. Заполнил. Никита, привет. Речь идет о командном турнире, называется Pro Chess Liga, который стартует буквально там через пару недель. Так, Паша говорит, что это САС какой-то. САС — это Suspicious, подозрительный пацан. Ну ладно, мы в принципе не с такими, конечно, боролись ребятами. Так, а что если съел? Съел. Король-то у него, как пел классик, оказалось, маленький король голый. Так, сюда. Какой счет? Ну, счет пока у нас 2-0. Мы 100% так-то, между прочим, идем. Но только очков у нас чуть поменьше. Атакуем. Так, ну здесь уже какой-то форсаж должен быть. Конь f6 там нельзя побить. А, у меня с этим счет 1-1 в личных встречах. То есть, меня где-то обыграл. Давайте ладья g1 пока посыграю. Плохо быть не должно. Где-то g5. Хотя вот медленно мне не нравится. Вот тут же я пошел, и тут же мне перестало нравиться то, что я сделал. Ну, позиция, правда, выиграна должна быть все равно. Конем побил, чтобы слон не вышел. Хотя можно было ладьё, я думаю. Сейчас я же g5 хочу пойти. Мне кажется, там мат должен быть быстро. Если он конь g6, я f4, f5 еще добавлю. f5, g5. Полетели. Грегори, ну я же сказал, инфы пока нету конкретно. f5. Я сам жду, пока она будет. Так, здесь, правда, ферзь e5, да, я зевнул. Который немедленно ходит, естественно. Ну ладно. У нас, кажется, все равно большой перевес. Но мат уже не будет, видимо. Так, здесь не зевнуть надо. Ладно, слон e2 пока. Так, может, h4, g5. Где-то зевнет конь e8 шаг в какой-то момент, вангую. Может, не зевнет. Так, ну ладно, давайте полено прикрою пока. 3. Может, ладью по третьей как-то подключу. Конь, конечно, у меня красавчик. Надеюсь, не зевает в эту игру, это правда. Так, а что если так? Он ушел, я сюда еще. Не, ну вот это, на самом деле, я не знаю, как бы подозрительный чел или не подозрительный, хотя играет подозрительно немножко. Но тайминги какие-то странные, очень странные. Вроде у нас все равно должен быть большой перевес. Все-таки коня я устаканил. Пешка на c5 стала. Осталось как-то здесь прорваться. Я пока не знаю, правда, как. Давайте h4, пойду g5. Он, наверное, h6 сыграет. Ну, нормальный человек бы так пошел быстро. Так... Не играет. Пока давайте ладья 3, сиди g5 потом. Кстати, конь e8 уже на повестке дня. Чувствуете? Ладья сейчас где-то уйдет, и конь e8 последует.
Не, меня по игре пока вообще не смущает. Меня смущает скорее по таймингам. Может, меня Паша, блин, смутил. Так, Кони 8, кстати, зевнул, да? Че это за ход вообще? Ну ладно. Блин, как я читаю эту игру, вы видели это понимание просто? Кони 8, там стоял вообще две ладьи и 8 поля контролировали. Я тут же развал. Можно сдаваться, это все висит, да, все, сдался. Ой, я сам в шоке от своего понимания величайшего. Блин, а че, ладья b6 какой-то действительно странный ход. Просто странный. Ладью не съел, потому что, ну, она тут связка. Король, ой. Тут связка ладья не висела. Да, это можно и в нарезке. Так, ну мы идем 100%. Если вдруг мы наберем там 9 из 11, то будет, конечно, обидно. Хотя по игре пока вряд ли наберем. Давайте посмотрим хикарушку, накамурушку. Так, ну хикара заходит на мат, уже ферзь g6. Столин монстр, я с ним играл. Кстати, какой-то кандидат в мастера. Похож на Пашу чем-то. Играет намного приличнее, чем кандидат в мастера. И какие-то дебютные идеи у него забавные. Спалил нимановские темки. Не, ну не, на такое даже Ниман не способен. Просчитать, что соперник зевнет через 20 ходов. А, хотя нет, он что-то про это, про партию с Магнусом что-то подобное говорил, да? Будет 8 из 11, но посмотрим. А сейчас еще перерыв, по идее, да? Сейчас четвертый тур. Так, ГМВ с Лисой играет Сам Велтер Саакян. Я с ним на чемпионате мира по рапиду играл. И он... Чемпионат Армении выиграл недавно. Карл, хорошее соединение, у нас не очень. Это не так. Это реально не так. Если бы у меня был плохой интернет, я бы сказал об этом вообще не париться. Вот у Сережку же тоже... Сережка же тоже отрубила. Че, у Сережки тоже плохой интернет? Когда матч Шиманов-Шипов, зачем смотреть на избиение? Я не понимаю, кому это интересно. Так, все-таки Весли как-то перехватил инициативу. Когда буду за титул чемпиона мира бороться? Никогда. Точнее, у меня есть в планах выиграть чемпионат мира среди ветеранов лет через 30. Но не факт, что шахматы вообще будут живы в тот момент. Евгений, привет. Так, ладно, здесь не смахнем в 3000 рейтинг. Откуда? Ну, видимо, сейчас 3000 вообще не сложно набить. Давайте Арбенину посмотрим, с которым мы играли во втором туре. Сидит. Лишний слон у Арбениной. Ну, видимо, ничья, да, вечный шах. Соу Блицы тоже хорош. Абсолютно, да. Соу, кстати, один из тех ребят, которые во все контроли хорош. Упомянуть и может быть не очень. У него наигрыша, по-моему, нет особо. А вот во все остальные контроли он в полном порядке. Панда, привет, спасибо. Так, что? Что делать будем? Блин, мне так еще сидеть во время перерыва 6 минут, мне без спины можно остаться. Чего вам показать такого интересного? Пока ничего, наверное, не могу показать. На следующем стриме что-нибудь покажу. Саша ведь считался перспективней Гири в школе. Видите, как сложилось, да? Не фарт. Не фарт. Вид из окна, но у меня здесь темно и вид на непонятно что вообще. Плюс мне надо будет отрубать все это дело. Сергей, ну скинь. Да, давайте я пока пройдусь, я буду просто с вами разговаривать, а вы просто смотрите на... Ну, такой срач, конечно. Ну-ка, дайте я посмотрю, если я встану, там видно будет или нет. А, не, нормально видно, так что окей. Я пока раздомнусь, а вы...
Что-нибудь пишите. Александр, надо тоже довести пуделя. Ну, я сейчас был в компании друзей, там был песик один. Тоже не знаю, он. Как его зовут-то? Пудель, не пудель, но бесячий там постоянно лаял. Причем я понимаю, что он хочет играть, но меня это только раздражает. Поэтому я вообще не по этим, как собака. А на кошек у меня аллергия. Шипа. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, какой шипа, блин. Шима, у тебя нет в душе что-то, что ты не дореализовал свой талант? Ну, может, и есть. А что теперь мне об этом переживать? Да, мне, в принципе, один супер турнир выиграть и буду как они, что же. Панин по собакам, да, это факт. Давидыч читал, я думал сейчас отжаться там раз в 3000. Ну, в общем, читайте, что я пока отжимаюсь, пока перерыв у нас идет. Светился на весь мир с Магнусом. А что я там засветился-то? Что я там делал? Как я бездарно там ничей попытался под какое бы слово выучить. Точнее, подобрать. Я сейчас на Пхукете. Сегодня прилетел с утра. И тут же вторник стримлю для вас, ребята. Ничего мне не жалко в этой жизни. Могу сейчас спать или пойти поэтусить. Нет. Отжимания по делу, а я не умею, я по делу, мне стыдно. Когда жвачка жевал, но это просто на чемпионат мира было. А на последнем я культурно себя вел. Серж, привет, спасибо. Да, океан мы уже тут посмотрели, я правда не знаю, это океан или какое-то море. Наверное, наверное, океан все-таки. Пока не искупались, может завтра пойдем. Сейчас и здесь соседи будут стучать. Ну, может быть, но я пока никого не видел, поэтому... А сейчас у нас здесь сколько уже? 12 часов ночи почти. Научи Крамника играть Эндшпиль? Ну, как скажешь, научу. Ну, кто из топчиков самый высокий и кто самый низкий по росту? Ну, самый высокий я задавал этот вопрос уже в чате. У нас есть такие псевдо-знатоки, которые думают, что они знают правильный ответ. Но на самом деле ответ... Я уже фамилию забыл, чувака из Парагвая. Зануда, как его зовут? Напомни. Это самый высокий, а самый низкий, я, кстати, не знаю. Но Нака очень низкий, на удивление. Тут больше никто в голову пока не приходит. Завтра стрим. Нет, если бы это мой канал был, ребята, я, может быть, пошел бы на пляж и застримил бы. Какая проблема? Но пока нельзя так делать. А, Магнус начал ферзь e5 поигрывать? Нифига себе. За какую команду болею? Ни за какую не болею. Нака низкий, там, ну, 1,65 м максимум, мне кажется. А, Нихал, конечно, да, Нихал самый. Нихал вообще очень низкий, я даже удивился. Я видел его до этого несколько лет назад, и он вообще не вырос. Нихал самый низкий, конечно, да, с отрывом. Нака 1,74 м, да не может быть такого. Вообще не может быть. Это какая-то... Это фейк ньюс. Так, ладно, тут мы там не это. Не потеряем. Очередной. Расскажи, с кем играл матчи за последние пару недель онлайн. Хороший вопрос. Я тильтанул, проиграл очень разгромно Блюбаму. Он меня прям что-то бесит, не знаю почему.
Потом я играл с Феруджей. Кстати, я, может быть, сделаю такой мини-обзорчик на этот матч, потому что с Феруджей не каждый день играешь. Поэтому спойлерить результат пока не буду. Играл, кстати, с этим, с вторым по росту. Забыл, как его зовут. Не Ивич, а серб. В общем, напомните мне в чате, серб такой этот, известный. А что без стрима матча? Ну, так получилось. Индич, да, Индич, точно. Вот с Индичем я матч играл, с кем еще играл? С Антоном я играл, с Рудиком играл. Так что много с кем играл. Но проиграл. Ладно, спойлерить не буду. Так, Чес Квин, а кто это? Кто это? Кто это? Кто-то очень сильная. Александр Костенюк, дамы и господа. Попробуем. По идее, на сценку должна играть. Нет, играет Е5, окей. Но здесь у нас тоже схема заготовлена. Ну ладно, про Костенюк я пошутил. Это даже я помнил. Так, с нами Андрейкин играл. Дичер Навровкин. Хороший вопрос, да. Я даже иногда по Аркадию скучаю, но чуть-чуть совсем. Чуть-чуть совсем. И без него, в принципе, хорошо. В команде ли она про лиги? Возможно, возможно. Снова белыми, кстати, реально я пока ни одной партии черными не сыграл. У них, может, какой-то сбой? Странная тема, я такого никогда не видел. Нужен видос по этой схеме, но это все к Паше, потому что я у него не буду славу его отбирать. Так, кстати, где-то висит. Так, пешку не зевнула, Саша. Ну ладно. Позиция у нас вроде такая приятная. Пошли вперед. Может, я черными хочу сыграть скандинавку, а мне все время белыми дают. Что случилось с Аркадием? Он ушиб его часто, заметил. Ну, Аркадий меня хейтил и был за это наказан. Хотя его, по-моему, никто не банил. Кроме меня точно не банил. Может, Е5 пойти вообще? Давайте по приколу Е5. 5. Белый цвет, компенсация за 0. Ну, окей. Так, сейчас телефон беру. А что меня Аркадий хейтил, я не знаю. Просто никто не сегодня начал хейтить. Так что не знаю, надо у него спросить. Так, d5 что-то я про этот ход вообще забыл. Но он вряд ли хороший, на самом деле, потому что я здесь конь e4 хожу. d4 слон ушел, и потом c3 подрываю. Хотя там, блин, где-то ферзь на d5 может выскочить. g2 как бы не подвисло. Хейтил, да, Аркадий МВЛ, да. Аркадий МВЛ и Аркадий Костенюк. Вот у нас есть один Аркадий. c3, может, сразу. Давайте, подорву. Хейтил это... Ну да, по большому... Ну, он как бы не оскорблял напрямую, но... Ну, что-то он жестко там по мне начал проходиться. Причем непонятно с чего реально. Мы вроде нормально же общались. Не знаю. Так, Саша пошла ставить мат. Я его прекрасно понимаю. Но даже не мат пока вроде. Могу слон g3 пойти. Пил. Так, пока. Ну, кстати, я не могу сказать, что мне прям так... Хотя на ферзь c6 какой-то ладья c1 неприятный ход есть. Пешка d4 где-то подвиснет. И на f7 где-то зависло. Возможно. Хотя на ферзь g2, ну ладно. Пусть Саша считает. Так, здесь сюда. Здесь съел. Ну, слон, кстати, такой неприятненький у черных. Слон d3, правда, есть. А, слон d3. Вопросы должно снимать, по идее. И конь потом c5 идет. Саня, готов ли бы ты был сыграть турнир с форой в тур? Ты играешь 8, все 9.
Все 8 туров белыми котами. Кстати, интересный вопрос. Интересный вопрос. Шел. Ну и все, F5 пойду, сейчас мат будет ставить. Е6, кстати. Так, главное, правда, Е6, слон d4 не генезивный, может, король h2 имеет смысл пойти. Брат, теперь генезивнем даже, да? Ну ладно, Е6 пошел. Слон d4 уже не грозит. Приятная позишка. Чем c7 где-то провиснет. Чем на e6 где-то провиснет. На h6 может где-то провиснет. Посвящаю эту победу Аркадию Чернобровкину, друзья. Так, пока я, правда, не выиграл, блин, сейчас дисконнектнет меня. Но позиция хорошая. Так, это что? Съел. Да, это я видел. И здесь я собирался ладья c7 пойти. Нормально же? Так, можно на e6 побить. Можно не бить на e6. Можно на a7, кстати, побить. Ничего же не зеваю. Спасибо, Саша, за игру. Аркадию передаю большой привет. Так, нормальная партия получилась. Вроде особо даже нигде не упускали. Пока Кикаров включит фоном. Далее посмотрим таблицу. Ну, 4 из 5, ладно, пока нечего смотреть. Точнее, 4 из 4. Догоняем. Шум как будто подрослее стал. Я просто не побрился еще, блин. Я хотел как раз завтра пойду. Надо какое-то место найти. Какого-нибудь местного. Какие, кстати, имена местные, я даже не знаю. Местного Тиграна. Я вот ходил к Тиграну в Питере. Картишек нет, братишек. Это правда, да. Шима стримить больше не хочет. Я соскучился по стриму, на комментарии, фильм. Дольше 10 минут смотреть невозможно. Шима отказывается, живет активной шахматной жизнью, а нас не посвящает. Ребята, все, что я делаю, практически я все стримлю. Почти. По крайней мере, если я официально какой-то турнир играю. А что касается комментов Вейка, блин, ну... 7 часов, 7 часов. Ну, сколько из вас бы сидело все 7 часов на этом стриме? И по сути там реально прям интересный стрим был бы, наверное, в последнем туре. Тебе не кажется, что в последнее время ты стал улучшать свою игру? Это, кстати, мне многие об этом говорили. Я не знаю, с чем это связано. Я вроде ничего особо не делал. Ну, наверное, с Пашей связано. А как мне еще это объяснить? Ну, прям несколько человек мне скажут, что ты, мол, явно сильнее стал. Ну, по крайней мере, в Блиц. Ну, ок. Ну и рейтинг там 3000, за 3000 я вышел, так что, наверное, это так. Мне, кроме как Пашиного влияния, я не могу это ничем объяснить больше. Так, Паша говорит, что у меня вся партия по первой линии. Опа, здесь Хикару какую-то тактику нашел. Кстати, он так-то... На 3 результата катка. Ферзь h7, сейчас попробую ферзи поменять. Можно было на последние пару часов запускать, я не хочу посмотреть. Ну, Эндшпиль, это же, по идее, самое неинтересное, какой ферзь g5 мат зевнул, да. Упс. Дайте номер Паши. Паша учеников набирает, да, Паша? Наверное. Я не знаю, может и нет. Может, он только хочет со мной работать. Но хотя мне не выгодно, чтобы он учеников брал, чтобы потом распылял свое внимание на других. Дорого жить тая, я пока не знаю. Пока не знаю. Купил симку за 800 рублей. Единственное, что я могу сказать. Поел спрингроллы и chicken fried rice за 200 местных, это 400 рублей.
Все, больше пока ничего не могу сказать. Играл ли я в мафию? Я играл в мафию. Более того, я даже играл в мафию на азербайджанском один раз. Я долго, конечно, не проиграл в эту игру, но там смешно было. Я где-то играл Баку Опен, и азербайджанские ребята говорят, поехали в мафию поиграем. Я говорю, ну поехали. Приезжаю, там они играют в азербайджанском, но меня убили сразу, и все. Острая еда, ну вообще острая, да, но я острую не особо люблю. Чесмую нет, я с Казахстана уехал уже 31 декабря. Я на Пхукете сейчас, ну во многом из-за того, что у меня тут кореша и как-то все-таки попроще в компании. Азербайджанский я не знаю, поэтому меня сразу убили и игра на этом закончилась для меня. Но я, может, уже да, рассказывал, наверное. Так, ну что, опять что ли какая-то ерунда? Нет, все, Бакид 83, это Бакру, опять белыми. Ну это какой-то глюк, реально, такого не может быть. Такого не может быть. Кореша шахматные, ну шахматные, но такие уровни, там 200, так что не особо шахматные. Не профики. Турики по пуле тоже 5 или 6 подряд белыми дали. Ну. Блин, я со слон G5 начал, это же неправильно, да? Отвлекся на Пашу в чате и забыл конь D5 пойти. Но это что-то уже совсем не то, я так понимаю, получается. Ладно, пока так. Хотел бы уметь играть в шахматы как Stockfish, но я и так играю как Stockfish почти. Шима, ты капец как апнулся, как шахматный контент-мейкер. Спасибо. Так, блин, схему мы с вами не получили. Нужную. Я могу с вами какой-нибудь D5 пойти или не могу? Давайте попробую. Какие читы, о чем речь? Я, кстати, тоже не понимаю. Ой, извините. Значит, правда. Не понимаю, о чем речь. Но, видимо, читы... В том заключается, что у меня куча белого цвета, или в чем читы-то? Играл ли я с Мороздевичем? Ой, блин, конь D4 там. Или конь D4, не страшно. Перепутал все, блин, теперь какая-то равная позиция, видимо, будет. Ну ладно. Какого числа команда турнир по шахматам с Думой и Костенюк? Я уже спалился, да, что они будут? Он начинает 14-го, по-моему, числа или 13-го. Я все партии белыми сыграл, просто тупо все. Вот, видимо, в это, про это речь, что какое-то читерство идет. Есть ли какой-то родмап для системного изучения шахмат? 2200 блиц на честь, но нет целостного понимания. Ну, вообще, есть какие-то книжки, вот недавно какой-то курс даже я видел, вышел, типа, как изучать шахматы. И, в целом, я бы вам с удовольствием помог, если бы знал ответ на этот вопрос. Так, конь F5 мерзкий ход, надо было ферзя на E4 ставить, я думал, что без разницы. Не хуже, конечно, наверное, хотя, может, и похуже. Не лучше точно. Пешка на b2 провисает, да, я вижу. Ну, там ладья b1, ладья b7 потом. Ну, тут такой разноцветик, что только у меня может быть хуже, конечно. Что он сейчас слон a3, я думал, слон a3, слон c5 поставить, на b2 будет давить. Все равно неприятная позиция, что e7 не надавить никак. Правда, наверное, сильно хуже не должен стоять. Шахматную школу на базе личес не хотите открыть? А как это выглядит? Что значит на базе личес? А, это, кстати, ферзь d3, ферзь a5 намек. Но у меня прям вообще не лучше, ребята. Прям совсем. Скорее только похуже. Давайте проверим его намерение. Да, Таша, я тебя услышал. Завтра пойду. Я думаю, что он не будет повторять. Да, это слишком как-то терпильно было бы. Важно, что ладья на b7 пока пешку атакует, слон на d4, наверное.
не может пойти. А я хочу же 4, же 3, короче, да, вот так приподняться немножко. Может, ему имеет смысл аж 5 часа не пойти. Понимает человек, понимает. Ладно, а, G4, H4, блин. Ну, ладья D1 пока, чтобы никто не зашел. На ферзь C5, ладья B5 можно сыграть. По времени давим немножко хотя бы. Паша — это лучший секундант всех времен народов. Кстати, идеи Паши реально живут и процветают. Какая-то схемка Паши недавно была, которую ты мне показывал давно еще. Давайте ферзя сюда, че ферзь 80. А, он кот сюда что ли идет или что? Странно. Его идея будет актуальна всегда, это так-то. Так, ну он хочет, чтобы я забрал пешку и ладью на b2 мне пиндюрит. Но я пока это допускать не буду. Про слона d4 дал поставить. Ну, уйти на понимание, конечно, имеется. Это факт. Так, мне надо срочно валить, мне кажется, f3 может поставить. Неприятная позиция все еще. Просто намного сильнее у него слон, чем у меня. Ну, будем по времени дать. Он, кстати, не быстрый, судя по всему. Почему Паша до сих пор не секундант Яна? Хороший вопрос, не знаю. Нет у меня ответа. Так, ну вроде держится позиция, блин, все равно такая мерзкая, конечно. Один ход не туда, и всю партию теперь защищаться надо. Так, я куда ферзя-то хотел поставить? Я забыл, сюда же вроде. Вроде на e7 где-то подвисает, так что это хорошо. Так, тут ферзь b4, пойду, чтобы ферзь не вышел. Так, он хочет отсюда, видимо, залететь. Самая противная позиция просто в истории шахмат. Как бы даже время мне ничего здесь не дает, разве что он где-то флаг повесит. Но он не должен, конечно, вешать флаг в такую позицию. Ну, правда, справедливости ради, она, конечно, должна быть ничейная. По-хорошему. Надо какую-то контру мучить срочно. Мат какой-то грозит. Какая мерзкая позиция.
Ферзь H4, какой хитрожопый-то, а? Ладно, может, это не критично пока. Но неприятно, мягко говоря. Ну, как учил классик, нету слабости, нету проблем. Валидольчик, валидольчик. Один ход неточный в дебюте, и все, и пришлось всю партию ячейку делать. Но сделали уже хорошо. А c4 сдевал, да? Я причем, я, у меня на подсознании было где-то, что c4, что c4 висит, но я конкретно не видел. Ну ладно. Можно было перевести слона, а это к вопросу, вот кто смотрел мой последний обзор, ребята. То есть я где-то, наверное, в дебюте там условно, какой момент примерно. Ну, где-то я, в общем, могу перевести слона на c6 здесь, ну, к примеру. Не знаю, с разменом или без размена. В общем, как-то он ходит. Так, 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 так. Вот слон c6 это просто пустая фигура, которая вообще ни на что не нападает. Которая выглядит симпатично, а по сути ничего не делает совершенно. Что касается слон g6, может быть, где-то и было. Давайте посмотрим. А, вот здесь слон g6, да? Хотя ком пишет, что нету, кстати. Почему нету? Слон c3. Вот, слон c3, да. Слон c3. Да не, там выиграно точно было. Че же g4 сразу не рвануло? В какой момент? Я думал, что я ячейку здесь удержу. Типа. Ну, после того, как он h5 пошел, g4, h4 там всегда мне не нравилось. Я не уверен, что это в мою пользу, в принципе. Там еще же два где-то начинают провисать. Ладно, удержали и на том спасибо. Пол очка пока потеряли. В конце нельзя было на победу побороться. Не, у меня же слон там связан, пешка А2 висит, нет, там шансов нет. И, наверное, казалось вам, ребята, что у него 2 секунды, поэтому я должен был играть на победу. Но у него настолько простая игра, что я просто тупо вот этим дурацким слоном не могу ни на что напасть. И это самая большая проблема. Был ли ты в Сингапуре, стоит посетить? Я не был. По отзывам, там за день примерно все можно обойти. Ну, так что, может быть, сгоняю как-нибудь. Может быть, сгоняю. Онлайн-шахматную школу с контентом по уровню. Часть контента уже есть. Видос от Халифмана прикольный, но он не структурирован. Но это к Илье Владиславовичу, ребята. Тенгиз, это не ко мне точно вопрос. 6 из 6 только у Накамуры. Это правда, да. Это что, прикол какой-то? Ну, я, конечно, не сильно возражаю. Может, это реально какая-то компенсацию мне дали. Ну ок. Это какая-то 7-я партия белыми у нас. Ну, тут у нас схемки отработаны. Так, d6, d6, d6. Давайте тоже d4 пойду, по идее, там. Разницы большой не должно быть. Как мы берем. Шесть партий белыми, да? Это чушь полная. Так, ладья b8 поточнее, конечно, что где-то у меня конь подвисает. Но, по-моему, я все равно b3 могу пойти, да? У меня конь g4, слон d2. Или я могу даже hg пойти. Давайте b3 пойду, вроде не страшно. Ну, так тем более не страшно. Никола...
Николакис 2014, не знаю кто это. Киргизстана, привет. Так, ну мы уже партию тут сыграли одну. 4,5 очка, ну, из пяти. Из пяти, а шестой нам какой-то ноль поставили. Типа, что меня не было в онлайне. Так, могу слон F2 сыграть. Че, куда он пойдет? Давайте проверим. Конь G4 вроде был. Ну, наверное... Так, слон. Здесь это висит где-то. Может и было, да. Мне казалось, что там это могло быть опасно. Но мы играем быстро и плотно. Я, кстати, думаю, что вот это, возможно, поменялось. Так, здесь эту ладью, наверное, пойду, чтобы эту под F5 где-то по линии F подключить потом. Это, возможно, поменялось в моем мировоззрении блицовском, что я стал играть быстро и плотно, действительно. Как сам себя и учил. Так, ну это полная чушь. А что C3, если пойти? Могу C4 пойти. Могу А3, кстати, пойти. На А3 что будет делать? Окей. Забрал потом. 7 4 конец H3. Это идея Гири. Есть видео. Ни разу не видел, что он так играл. Ну, по крайней мере, может, сыграл он один раз так примерно. Разработал эту схему Павел Симошенко. Не отнимаем у него качество, конечно. Интересная идея. Пальму. Разработки. Так, ферзь не ловится у них. Это ферзя, понятно. А, он забрал здесь пока. Забрал здесь. Можно было забрать на e4, я думаю, там какая-то опасная у него контра, поэтому мы аккуратнее сыграем. Так. Что у нас здесь? Ну, здесь пешка А у нас пройдет. Помните, я коня на e8? Про коня на e8 говорил, здесь то же самое будет, только пешка пройдет. Скриньте. Ну, нет, Никита, ческом глюканул, интернет у меня не пропадал. Пока. Так, коня возвращаем, и все, и пешка пошла. Да, мир, ну можешь не верить, можешь пересмотреть просто. H5, куда? Ну, на G4 какие-то меня провоцируют. Буду ли я провоцироваться? Скорее нет. Ферзь F6, правда, не очень приятно. Конь e4, может. Видел сегодня Аркадий на другом стриме. АБЦ, что ты делал на другом стриме? Дубов рассказывал про четырех коней С6. Меня так, кстати, обыграло лагно как-то на одном из вторников. Фанбет, ну и чё, как тебе? Я пока вот не могу понять, нравится мне или нет. Ну, то, что восторга никакого нет точно, но я, в принципе, и не ждал. А вот негатив, если пока не знаю. Так, ладно, надо собраться, что-то я пуля e4 отдал. Конь коня кот на g3 поставил. Зачем? Не знаю. Ферзь a8 очень неприятно. g2 где-то будет висеть. Может быть, ладно, f1. Плотно. Да, сейчас конь e4 съел fe. Вот это интересная структура. Но у меня там пешки все-таки идут. Будем на понимании катать. Так, пока слон e3, чтобы нигде не висело. Готов где-то c3, b4, наверное, вот так вот буду толкать. У него не хуже точно, конечно. Если эта пешка дойдет, то мне конец просто. Поэтому он хочет пешку эту защитить. Ведь мне нужно b4 срочно ходить. Так, обостряется, ребята. Все, пора включаться. Пора включаться в погоню. Да, выпустил здесь перевес. Спорить не буду с этим. Сейчас ладья d1, правда, где-то нападем. Там разберемся. Ладья b1, может, на этого нападем. Это идет вперед. То есть мне главное d5, d4 не допустить тогда. Кстати, я могу c4, может, пойти следующим ходом. h5. Про это я вообще забыл, честно говоря.
Кстати, идея не глупая. Съел. Я как ферзя сейчас нашел. Че это, куда вообще? Надо ферзя на базу, видимо, срочно вести. Интересная идея. Так, давайте ферзь b5, ферзь e2 сюда. Матов вроде пока не грозит никаких. Russian Edition. Я сам не понимаю. Сюда. Шах. Че, неужели ничего нет? Ладно, давайте 4 сыграть, чтобы d5 не пошел. Все, замолкаю. Как там Сережка делает? Опасно было. Опасно было. Ну, наверное, как это? Проигрывал вообще нули. Точнее, даже еще он должен ячейку делать. А, ферзь С1 там вместо подарил. Окей, буду знать. Богатырская победа. Реально, вот эта позиция не хуже у меня. Я думал, что у меня уже тут мат летит, но пешка А7 красиво, красиво отвлекает. Потом пешку-то не съел, какую пешку надо было забирать? А, я ладья Е2 пошел, блин. Вот ладья Ж2, если бы я пошел, потом ферзь Ж7 мат поставил бы, тогда было бы реально красиво. Ладья Е2, кстати, тоже не проигрывает. Д5, здесь снова нужно было ладья Ж2, то есть, ну, все-таки не идеально сыграл. Хотя СД, и как я здесь пошел? Ферзь А4, нормально. Вот это важное отвлечение, А8, бум. Ладья Ж2, шаг, бум. Вот слон Б5, шаг, бум. На опыте. Александр, ну если очков не хватит, будет, конечно, обидно, но с другой стороны... Кстати, может, реально надо написать какое-нибудь письмо, дайте бабки. А чё, я старался, пыхтел, вы мне очко отняли. Так бы я, может, на первом месте шел. Кстати, по потерянным очкам я на первом месте, между прочим. Пол очка потеряли пока. Так. О, кстати, на пятом месте. Вот скриньте, ребята. Это какой-то бешеный совершенно талант. Бегмуратов. Имя его не помню. Вот кто знает в чате, не помню имени, но он играл на чемпионате мира по блицу, по-быстрому. И вот чисто внешне видно, что это очень перспективный игрок. Я даже не буду объяснять, как я это определил, но это видно. Это видно внешне. Да, он действительно 10-го года, он 12 лет ему. Когда же аж не взял, вернул ферзя. Что-то я не помню уже, про что речь. Так, а мы на каком месте идем вообще? 27-м, блин. Ну, по потерянным на первом. Тактрикс. О, это, кстати, мой такой сокомандник был в Вебстере, когда я учился. Арон Грабинский. Играет всякую чушь в основном. Но мы
У нас есть противоядие против него. Кумаюнова зовут, вот точно. Олег, привет, спасибо. Когда будет какой-нибудь матч, не знаю. Но сейчас у нас пролига будет, потом надо будет обзорчики пилить на Дюссельдорф. Вот в марте, может быть, пока особо там ничего не планируется вроде бы. О, черный цвет, кстати, действительно, я что-то даже не заметил. Скандинавки вроде дал отставку, не правда. Скандинавка живее всех живых. Так, ну пока все по теории. И, кстати, такой вариант, Паша, потом мне расскажи, что надо делать, потому что вроде я все правильно делаю, но иногда это похуже получаю. Например, сейчас, может быть. Хотя тут он сейчас d5 пойдет, я ему e5 и сдался. Хотя, не знаю, почему сдался. Может, не сдался. Но, в общем, d5 не выглядит опасно. Стримов по турниру больше не будет. А, у нас же будет этот турнир Магнуса же сейчас еще. Я про него забыл. Я сначала буду играть, а потом финал буду комментить. Так, e5, конь e2 ушел. И что там? А e6, если... e6, c4, да, наверное? c4, слон d6, ферзь c4, какой-то, блин, начинается. Не нравится мне, конечно, ход e6. Как обычно, тут же делай, тут же понял, что что-то не то. Слон d6, ферзь c4, слон f4, dc, слон e3, потом ферзь c5. Ну, кстати, может нормально пойти. Ой, блин, я вообще забыл, что он может съесть просто сразу. А это не мат? Я забыл, что у меня слон перекрывает ладью. Блин. Вроде сразу мат не получаю. Хотя здесь, наверное, уже как-то проигрываю. Допустим, cb, ферзь, король b7 нету из-за ферзь f3. Отвлекся на секунду, блин. Отвлекся на секунду, либо сыграл скандинавку. Вот что-то из этого у меня сейчас. А, он все равно идет по моему варианту. Нет, здесь я думал, что у меня более-менее нормальная позиция. Что я на e3 забираю. То есть, тоже не блестящая далеко. Но играть можно. Так, как бы здесь король b8, король b7. Король b7, на ферзь b3 защищает пешку. Пошла держи 2, кстати, грозит, не знаю пока. Так, ладья d2, если что он запланировал. g3, ладья f7, ладья g2, шах, король сюда, потом ферзь b6. Ну ладно, вроде играть можно. Хотя я уже чувствую, вот у меня прошлый вторник то же самое было, что в какой-то момент как-то началась каша какая-то в голове начинается. Физики не хватает. Физики не хватает. Так, ребята, в чате, пожалуйста, не пишите мне подсказки свои дурацкие, чтобы меня не забанили. Потом можете писать после партии все, что хотите. Кстати, ход какой белым делать? Ферзь c6. Такого я вообще не видел. Так, ну я могу, конечно, g2 забрать. Там вряд ли я хуже стою, но вряд ли и лучше. Какие еще варианты есть? Ферзь e2. Ферзь e2, ладья f7. А, ну c7 же висит, не подаем. Вот! Ход делать, блин, не вижу. Он забрал.
Кстати, позиция супер интересная. Я думаю, что, конечно, у белых не хуже здесь. Пешка ж там быстро полетит. Прикольно. Но у меня вечный шаг должен быть всегда, если что. Я тоже полетел. Я даже эту пешку пока не буду трогать. Опять 4. У меня тоже быстро несется. Опять ферзь, опять король f3, съездил король e3, король b7. Еще толком не посчитать, как обычно. Король d7. Не знаю, не могу посчитать. Наверное, какая-то ничья должна быть, по идее. Он тоже, видимо, не может посчитать. Хотя у меня пешка же первая пошла, значит, я точно проигрывать нам не должен. А дальше разберемся. Это не штанишки ли? Е2, король d2, а3, а6, это я. Богатырский. Богатырский прорыв ферзя. Фух, какой мастер пешных эндшпилей, просто сам в шоке. Я один был почетче, наверное, ну ладно, и так сойдет. Штанишки, ребята, кто не знает шахматных терминов, различных. Этот прием называется штаны, которые порвались у него. Четыре пешки ставили на седьмой, на второй, да. Веселая позиция, интересно. Но я думаю, что точно у меня не хуже здесь, конечно. А, видимо, и прилично. Кстати, вот король g3 мне не понравился ход. Ну, правда, король h3 то же самое. Видимо, лучше просто, действительно. Видимо, лучше. Да, здесь уже пешеный проигран. Опять сильнейший ход, единственный выигрывающий ход. Не теряем время на пешку b7. Да, здесь уже добивание. Ну, блин, на 15-м месте какой-то Фабиано лидирует. Непонятно, кто это вообще такой. Должны были его уже догонять. Так, ребята, пойду я сполосну лицо. Давайте перерыв щетку поставлю. У нас перерыв сейчас. Вернусь через пару минут. И будем финишировать мощно.
Так, ну что, разминаемся. О, так, Дуда третий тур тоже пропустил, но пока... Потом мы три подряд черными дали. Не, ну это, кстати, он тоже в чате же спрашивал. Согласился бы на, ты все, на все белые, если бы тебе... Если бы ты тур пропустил. Ну, такая спорный, спорный момент. Майкл, привет. Со Свидлером играем. А что, уже играем, что ли? Нет, пока не играем, вроде. Это все волшебная казахская кухня и магический казахский воздух. Ну, все хорошо, только я из Казахстана уже месяц как уехал. Ну, может быть, да, может быть. Ну, учите меня какие-нибудь упражнения вот таким легким, что вот между партиями делать. Подвисает иногда. Блин, не в парт. Артем, привет. Можешь лежа стрим проводить. Ну, кстати, я-то не возражаю. По-моему, Андрейкин так делал в какой-то момент. Делал так Дима, и нормально у него заходило вполне. Но он, правда, он как-то вперед головой вот так лежал. А я, если я буду стримить лежа, я буду вот так стримить. Так, стрим упал, но вроде не упал. Или упал? Десять раз присед. С меня хватит. Гримарин, привет. Все норм, не упал. Уза мэн. А, кстати, в Турции, блин, дурацкие эти донеры, блин, макдаки. Доели уж. Сегодня хоть нормально поел первый раз. Первый раз за долгое, долгое время. Да, один присед зато богатырский, правда. Пригоняй в Китай. Я думал в Гонконг сгонять. Кстати, кто-нибудь, у нас есть эксперты? Вот есть большая принципиальная какая-то разница между Гонконгом и Китаем? Энтони Майлз, да, играл как-то лежа, я помню. Почему я хромал на чемпионате мира? Ну, подвернул ногу. Ответ простой. Тренер по фитнесу будет мне в помощь. Никто не хочет стать моим тренером по фитнесу. Программу мне прописать. Как раз на месяцок пока. Я, кстати, готов здесь спортом заниматься. Вполне. Очевидно, разница есть. Очень большая разница. А в чем, ну так, вот, в двух словах, если... Надо начинать с простой регулярной ходьбы, а не приседа. Я в свое время ходил, кстати, активно, но мне не нравится ходить, блин, просто так бесцельно, меня раздражает. Особенно здесь, сегодня хоть погода нормальная, вроде солнца не было, но так, я так понимаю, тут жарко будет страшно в какой-то момент. Можно в общих словах про доход, который позволяет столько путешествовать. А что у меня такого? Я живу в обычной гостинице совершенно, а так я дома в Питере хату снимал, там примерно то же самое было. Так что никаких экстра супер расходов у меня здесь нет. Следующий стрим с беговой дорожки. Да, у нас, кстати, уже стрим с беговой дорожки, стрим на пляже. Нормально, можно есть идейки. Пять километров каждый день. А это сколько тысяч шагов? Плавать надо. Ну, кстати, плавать я люблю, да. Ходить не люблю, плавать люблю. Ну, ученик у меня один есть, скажем так. Есть тренер. Все хорошо. В Гонконге авто с левой стороны дороги. Запомнил. У меня счет сборником. Ну, более-менее, кстати. Наверное, минусовой, но не разгромный. По крайней мере, на Личесе точно, на Ческоме, может, и разгромный. Саша, скорее всего, не поделишься, но как с девушкой пришли при переезде? Ну, она скоро должна подъехать. Это все, что я могу пока сказать. Больше пока мне нечего сказать. Изначально я из Питера. Родился и вырос. В турнире Магнуса будем участвовать в отборе. Там Магнуса и Весли позвали сразу, остальные все должны отбираться.
4 коня со H3, видео на Palm Beach с Перуновичем. Он там пишет, что это идея Гири. Мало ли что какой-нибудь Пердунович там пишет. Я даже не знаю, кто это. У тебя есть шахматная доска, которую заводишь? Нет, у меня и более того, и дома ее никогда не было. Вообще, последний раз за доской смотрел, не помню даже когда, лет 15 назад. Какие, по вашему мнению, самые душные дебюты? Ну, Лондон, конечно, с отрывом. Русская, может, какая-нибудь. Хикару кому-то проиграл. Кому-то проиграл. Может быть, Фаби как раз. Шима классно играет, но бортник лучше. Есть еще Ермолаев. Ну, окей, с первым... Даже не буду спорить, так уж и быть. Так, Ермолаев, я не знаю. Так, снова белые. И соперник вроде не из сильнейших. Наш шанс. Надо поосторожнее быть, могут замену найти. Кому? Мне замену? Не верю. На какой улице я вырос? На Светлановском. За сколько можно... Так, это, кстати, очередной гамбитик от Паши, так что смотрите, учитесь, ребята. Паша, как здесь ходить? Слонов 4, блин, я забыл. Как обычно. Забирай пешку. Нахмансона. Нахмансона не работает, к сожалению. Я бы только Нахмансона играл. Так, слон d6. Ольги Форш. Ну. Земляк. Так, слон d3 пока. Ладно, Паша прав. Надо собраться, хотя бы выиграть одну. Вот я уже что-то не то явно сделал. Забыл проход ферзь d5 совершенно. Сейчас просто похуже получим. Все, собрался. Такой маневр, слон 4, слон 3, слон c1. Классный маневр, как у ребята. Пешку же надо отыгрывать, наверное. Не очень хочется, кстати говоря, менять ферзей. Наверное, надо. Просто хуже получил. Схема странная, но я ее испортил. Надо было, конечно, просто на e4 мне забирать, наверное. Либо что-то делать там другое. В начале. Но я пока не самый главный эксперт. Так, c5 хочет. c5 не хочет, я думал, c5 хочет. Ну, давайте пока надвинемся хоть немножко. Делаем вид, что мы атакуем. 6 очень странный ход. О, все висит. Все висит. Все висит. Все висит. Все висит. Пешку c2 где-то защитил. Ты бы ничью, Паша, заслал. Я тебе 1000 раз говорил, что ничью некорректно засылать. Нормальные люди так не делают. Лучшая позиция. Смысл? Тем более мы сейчас выиграем. Бульблика, привет. Чему хуже? Потому что у нас структура вот эта плохая. Поэтому хуже. Все, концентрируйся, ладно. Но если он ничью хочет фокусировать, он может. Но он должен забоеветь, по идее. Так, ну сейчас вот, если он промедлит, я пойду c3, я пойду ладья b2 и, может быть, даже уже на победку поиграю. c3, e5, правда. Де, ладья d2. Я не ерунда полная. Так, у меня свет выключился или мне показалось?
То есть я думал уже 6 пойти. Может, это не лучшая идея. С другой стороны, зачем я даже 5 начал ходить? Пошел, точнее. Ладно, иначе он пойдет же 6, и конь e7, конь f5, но совсем сдача. Мне нужно хотя бы какие-то поля и немножко его прослабить. H5, наверное, неудачно было, надо было сначала h5, может быть. Ну хотя, я, кстати, не уверен. Есть мне на что здесь напасть. Слабости и куча, сейчас если короля подведут, может, не так все плохо. Так, это куда? На b5, что ли, пошел? Так, а если я его проверю? Он король h7, да, наверное, сыграет. Я тогда еще раз здесь проверю. В общем, надо до цветноты дожить, а там разберемся, я думаю. Такой план. Пока он не впечатляет своей реализацией, своей техникой. Не, если конь на f5 пойдет, то я, у меня слон g5 там заготовлена такая идея. Сейчас конь e7 хороший ход, у него сильный. Прям очень сильный. Да, как-то в дебюте надо, конечно, концентрироваться. Что-то я расслабил булки раньше времени. Да, вот такую уже будет тяжело спасти. Ну, разве что он перенервничает. Конь d4, я не зевну в этот раз, сорян. Кстати, пока он до пешки аж-то не добрался, еще ему шансы есть теоретически. Наш 8, конечно, пошел ставить. Время. Почему это С6 не пошел?
Плотная какая-то катка. О, ребята, октябрята. Вот это чудеса. Перенервничал, парниша, перенервничал. О, это, кстати, последняя партия у нас. Мы, как видим, последние были. Так, ГМВ с лесо. Ну, Е4 мы ждем от ГМВ с лесо и пульнем ему Д5. В смысле, мы так еще не пробовали. Может, его дисконнектнет? Интересно, видел ли он мою партию с Анишем? Вот сейчас мы узнаем. Блин, отдыха даже не дали. Там такая сложная была. Так, рокерок, кстати, уже так не самый активный ход. Не самый лучший. У него, кстати, был курс, по-моему, где он писал, что что-то b4, и все, типа, у белых выиграно. Чейку засылаем с телепаши. Я же сказал, я так не делаю. Зачем так делать? Красиво. Так, ну по времени уже прижали, по крайней мере, уже хорошо. Это не последний тур, я в курсе. Сейчас мы выиграем, потом белыми знака и выиграем, и все. И победа. Кстати, у черных уже, по-моему, сказка, если я ничего не путаю. У меня уже куча партий таких было. Причем с Ферруджи, кстати, у меня была партия здесь тоже. Сейчас он ладья b1 пойдет. Маркировочка. Он побьет на b4, потом слон на 3. Так? Такого я не знаю. Ну, а маркировку надо делать, наверное. Ферджи не ловится у меня, я надеюсь. Ферзь g4, вроде здесь поле. Ферзя надо не зевнуть, согласен. Уже близко, честно говоря, по ощущениям. Так, ну я хочу ладья c8, потом слон c3 ладью поймать. Ага, он пьет. А вот он уже хочет, видимо, на ферзя моего напасть прям агрессивно. Какой-то агрессивный у нас. Если. G5 мы вообще. G5 не то. А, спина болит. Что делать-то? Это же не должно быть хорошо, по идее, у белых. Я такую же кучу партий сыграл. Так, хорошо, если я съел, съел на c2, что будет? Что-то будет, наверное. А, проверим, давайте так. Что-то долго я продумал, конечно. Ну, я самый тупой человек на этой планете. Вот я один в один точно то же самое зевнул против Аниши Гири. Вот один в один. Бля. Потому что нельзя быть на свете. Я не знаю, что мне делать-то, блин, опять. Ой, ладно.
Так, а здесь ферзь h4 я там заберу. Зачем он g3-то пошел? Ну, то есть не то, чтобы это сильно исправило ситуацию. А, он ладью таким образом выиграл. Почему я без ладья, не без качества? Короче, что-то в этой партии не сложилось против Уэсли партии. Ладно, e5 попробую. Я думал, что он пешку отдал, а он мне где-то под шумок фигуру забрал. Если, конечно. Жук. Так, сюда идем. Вы чувствуете уже? Мат сейчас будет. Блин, там ферзь. Ферзь f4, да? Ну ладно, здесь, конечно, неинтересно уже. Нет у меня никакой атаки. Ферзь h4 еще есть ход. А, вообще ферзь e5. Ну, блин. Да, филиппинцев так просто не обыграешь. Да, ферзь t4 можно. Вроде атака не компенсирует ладью. Ну ладно, Владимир, если ты так говоришь, что согласен. Что за дебил, а? Как здесь надо играть-то, Паша? Ладья FC8 надо играть все-таки, да? Ладья FC8. Слон E2 было на конь E2. Нет, давайте, кстати, вернемся сюда. Вот здесь мне интересно. Что так со мной не играли еще. Ферзь g4 норм. А g5, кстати, g5 первая линия. Блин, я хотел по чуйке g5 пойти. Очканул. Да я не очканул, на самом деле. Очканул не Уэсли, а хода самого такого. Раскрываю и вообще его. А нормальный вариант был бы... Можно, кстати, вообще ладья e8, слон f8, кум говорит. Можно ладья c8 и на c2 потом этой забрать. Я здесь такой вариант посчитал. Типа ферзь h6, он где-то на e6 забирает. Я забираю на h3. Потом хожу конь d4, он надевает мат, и я побеждаю. Почему не пошел g5? Ну, потому что... Ну, чаще всего в подобных позициях g5 ход... Все-таки, ну, чересчур раскрывающий. С конкретной атаки тут не видно. И поэтому я так не сыграл. Но видимо, нужно было. Видимо, нужно было. Но факт остается фактом, кстати, что Уэсли тоже ничего не знал на нашу скандинавочку. К сожалению, такого народу все меньше и меньше, который уже не знает. Паше придется скоро новый дебют. Ладья c4 же есть? Не, ладья c4 есть, но тогда это же... Я показывал в своем обзоре, сам себе показывал, что здесь ферзь b5, ладья c8. Почему же g3 не выигрывает? А, потому что ферзь h6. А почему у меня там ферзь ловился в той партии? В общем, да, действительно, так хотя бы можно было еще побороться. А я как по аналогии ладья e2 сыграл, но это совсем безнадежно. Да, тупость. Просто неимоверная. Так, а что на g3, там где-то слон c3 какой-то говорят? Слон c3, ну... А, ну можно здесь забрать, и слон e3, потом и теряется слон. Нет. Ферзь у него не ловился, и ладья с f на hc8. Это в какой момент? То есть вот здесь... Нет, здесь не ловится ферзь обычно. Здесь не ловится, потому что на ладья 8, ферзь b7, и ферзь потом сюда убегает. А иначе я на ферзя не могу напасть. Здесь можно было как-то e5, да e... А, слон c5. Вот так симпатично, кстати. Ферзь h6, конь e5, и просто играем конь e4, там какие-то кони f3, g5, ладья b6. Вот так нужно было сыграть. 100%. Но я просто не знал этой идеи. Вот со мной конь e2 еще не играли. Со мной Ферруджи ходил, и много кто другой. Кстати, ладья b1, типа... Рокировка, ладья b4, съели, слон a3. И качество отыгрывается. Но здесь черных полный порядок. На 7, ладья c4. Напал и на c2 потом съел. Ничья. Если со партию с гири видел, неплохо угарнул. Но, скорее всего, не видел, потому что он сыграл совсем по-другому. Если мы выиграли, просто на первое место бы выходили. Ну, дележку первого, по крайней мере. Кстати, и так на 13. А мы что, там уже в десятке, что ли, шли?
Я в шоке. На слон e3, слон d4 есть, ну... Ребята, в последнее время, ну, у нас больше народу стало, слава богу, конечно, всем спасибо, но... У нас также стало больше экспертов, которые вот все видят вообще, все видят. И в комментах, и в чате. Слон e3 ход, просто покажу, что не проходит, потому что там слон тупо висит в один ход. Где тут слон c3, так. Ой. Ну, хотя здесь справедливости ради, окей. Слон d4, тут надо почесать конь d4, e5 и конь f5. Окей, здесь двухходовый вариант. Тигр в шляпе у нас. Гатаула. Гатаула Камский. Поехали. Поиграешь, забанит. Но я уже обыграл, пока вроде не забанил. А если, кстати, человека забанить, а потом... Конь f6, да, по-моему, надо начинать? Не помню. Конь f6 вроде надо стартовать. Ну, пофиг. А потом он в турнире попадается. Вы же все равно с ним играете, правильно? Так, это что такое? А, да есть такая схемка, да, Паша мне... Неужели... Гата Рустам, я что-то подучил. Здесь, по-моему, конь h6 и, по-моему, 3-0, если я ничего не путаю, на b5. Дальше не помню, честно скажу. Там какие-то еще тонкости дальше есть, вот точно. Но какие, я не помню. По-моему, что только король c6, надо пойти в эту тонкость. Типа на ладья b8, аж g6 есть ход. Где обещанный хикару, но нужно было не проигрывать для того, чтобы обещанного хикару получить. Так. Камский что-то знает, ребята, у нас. Что-то понимает в эту игру. Обычно он дебюту не знает, но, видимо, не в этот раз. Так, ладно, пока пешку защитил, наверное. Попробуем разобраться, да, на понимании. Не могу сказать, что я в восторге от своей позиции. Какая-то схемка такая неприятная получилась. Мат не получить как-нибудь быстро. Так, ладья c3. Куда ладью ты после ладья c3 ходить? Королем, точнее. Вот здесь, наверное, какой-то надо точный ход сделать, но, естественно, я не помню. Естественно, я не помню. И 5, ладья c3, король d5, съели. Ну, без пешки просто, блин. Без пешки неприятно. Ладья b7 вообще. Не b7, ладья b1, ну, это не как-то подсос там жесткий. Паша. Папина сестра. Так, что делать? Не вижу хода, блин. Шопа такая, что всю охоту у меня эту скандинавку отбивает играть. Просто уже, чтобы ход какой-то сделать, не знаю. Какой-то ГГ, реально. Надо эту линию подучить. Так, кстати, по-моему, вот Паша мне ее точно показывал, но, по-моему, может быть, один раз со мной так кто-то играл. Ну, видимо, с тигром в шляпе так уже играли, поэтому он в курсе. Ну, сейчас самое простое, мне кажется, просто поменять ладью, либо это, потом на А7 забрать. Но я без пешки, да, у меня там какая-то компенсация есть, может, эта ладья выйдет.
Да. Паша что-то замолчал. Ему неудобно ему самому стало. А так, кстати, может даже и сильнее. Что нет? Может и да. Скорее всего, да, конечно, ответ. На ваш немой вопрос, ребята. Блин, такой турнир нормальный был. И просто безнадежную позицию с дебюта получить 2 раза подряд в скандинавке. Ладно, полетели в атаку, пофиг. На c5, слон c5 пойду просто. Ладья d2. В атаку. Когда-то флаг роняет, тут скорее я флаг роняю. Есть такое ощущение. Шесть, блин. Какой-нибудь слон c1. А, слон c1 ладья d1 мат. Так, а почему я так не могу сыграть? Это я как раз видел. Так, ладно, надо собраться. Может, не проигрываю сразу еще. Ладно, проигрываю. Где контра-то в этой жизни? Ладно, здесь уже безнадежно, пешка просто идет. Эх! Блин, почему всегда все так хорошо, а потом всегда все так плохо? Как надо здесь играть? Дурацкой этой линии. G6 надо сразу играть. Паша, подтверди. А чё пешку отдаем за что? Слон А7. Слон G7. И типа сказку у черных. Не знаю, я недоволен. Я недоволен. Голова не варит под конец, из дебюта развалился 2 раза под конец. Ну, точнее, здесь развалился, а там более-менее еще было прессо. Ну, башка реально перестает варить. Вот этот, кстати, Убер Таланка, про который я говорил, он на втором месте просто. 9 из 11. 12-летний пацан. Это южнокореец Сергой. Далее посмотрим, кто как играет там, из профиков. Курана Со. Партия, кстати, любопытная. Фаби догоняет. Паша это лучший тренер всех времен. Хотя, блин, после такой партии я уже не уверен, честно говоря. Ночной будешь играть, но у меня 4 часа, он, по-моему, начинается утра. Так что вряд ли. Не, ну сегодня интересный вторник был, и из-за дисконнектов этих всяких дурацких, и пару прикольных партий выиграли, но... Гаду, конечно, ну он сильный, понятно, но... В принципе, у меня с ним результаты хорошие. Надо было какой-нибудь караканчик сыграть, что-нибудь такое. И французскую. Паша не виноват, ну ладно, ладно, не виноват, согласен. Так, Весли победил, точнее, Весли проиграл, Павел победил. И фу, блин. Вот кто-то, кстати, замечал недавно, может быть, Паша тот же, что у Хикару всегда лучший коэффициент в турнире. Вот любые все эти дележки, он всегда занимает первое место. По-моему, исключений просто не бывает. Блин, а мы бы выиграли, мы бы так-то, может, пятое бы заняли, шестое. 27.
Ну ладно, очко себе прибавлю и займу 5-е место. Покажите вашу последнюю партию, доход ладья с 8. Но если я не закрыл, а я ее закрыл уже. А что там, что-то интересное было? Дуда на каком месте? В лидерах не видно. Но Хикару первый, Фаби второй, третий вот этот убер-талант, Хаюн Бегмуратов. Запомним фамилию. Хазарь Бабазада, мы с ним на прошлом вторнике играли. Сергой, это, по-моему, Сергей. Вот фамилию забыл, брата-близнецы, все время забываю. Дрыгалов, вот, Дрыгалов. Санта Блу, это турецкий гроссмейстер. Уэсли Со, Джабава, Себастьян, это Домингес. Бакро, Бортник, Вандерфул Тайм. Ну, в общем, все знакомые ребята. Свидлер 8 очков набрал, Андрейкин тоже 8 очков набрал. Мы 8,5 набрали, если себе плюсик засчитать. А, в общем, ребята, это все развлекаловка чистой воды, а мы будем играть 3 числа отбор в турнир Магнуса. Там уже всем покажем. Надо дебют черные подучить. Белыми работает на ура. Здесь претензий нет. Я вас всех очень рад видеть. Конечно, стримы мне больше нравятся, чем обзоры, честно скажу. Поэтому скоро возвращаемся к активной движухе. 12-летний парень, по-моему, узбек. То есть у них там поколение дикое совершенно. А я пойду посплю, возможно. Возможно и нет. Как-нибудь об этом влог запишу. Все, ребята. Подписываемся на канал. Вот, что хотел сказать. Подписываемся на канал. Но большинство подписано, я уже надеюсь. А те, кто не подписался, пора. Пора это сделать. Все, увидимся. Когда это же получается? Через 3 дня. Чмоки-чмоки. Где эта кнопка?